Thank you. читать книгу пророка иса и сегодня мы обратимся к седьмой главе вернее к тому свидетельству 7 главы книги пророка иса который является одной из самых наверное ярких известных даже большинству людей известных пророчество христе речь идет о стихе исаи 714 все его знают, кто вот хоть сколько-нибудь причастен к церковной жизни, хоть что-нибудь читал о христианстве. Это самое известное пророчество из книги пророка Исай, более известное, чем известные Евангелия от Исаии. Итак, сам Господь даст вам знамени, седева в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил вот это вот м -м, известное, понятно, что мы меньше обращаем внимание на слово Эммануил, но вот это все дева в очреве приимет и родит сына, это мы все слышали, потому, хотя просто потому, что всякий раз, когда празднуется праздник Сретени Господня, выходит к нам священник и рассказывает историю о старце Симеоне, по какой такой причине он так долго жил и наконец-то дождался обещанного Мессию. Вот. Ну и понятно, что этот отрывок, естественно, читается на Рождество, в Сочельник Рождественский, где мы тоже, ну, многие бывают в этот день. Вот. Ну, вот такое пророчество. и дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя его Эммануил». Или как перевели этот отрывок в современном переводе русском сделанным российским библейским обществом, там нашли компромиссное решение «Се юная в чреве примет и родит сына Эммануил». На самом деле, вполне возможная, возможная, скажем, интерпретация, потому что мы же тоже, ну, не мы, может, мы вообще потеряли уже корни русского языка, но, по крайней мере, до недавнего времени, любую девушку называли девицей. Вот, девицей. Девица пришла. Ну, это просто характеризировало его, ее возраст. Предполагалось априори, что она к этому еще и девственница. Вот, хотя в наше время можно назвать кого-то девицей, но вовсе не обязательно, что она таковая есть по существу. Вот, и поэтому на самом деле это слово «дева» или слово «юная», она может характеризовать как и возраст, так и девственность той, о ком говорит речь. Мы еще про это скажем. И, собственно, об этом мы и будем сегодня говорить. Потому что часто ломают копья о том, что вот как правильно перевести это слово, как-то ускользает от людей само существо вопрос. А для того, чтобы разобраться в существе, мы выскочим за границы 14 стиха и посмотрим, в каком контексте стоит это пророчество. «И было во дни Ахаза, сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский Ифакей, сын Ремалин, царь израильский пошли воевать против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову, и сказано, сириане расположились в земле Ефремовой. И воск... всколебало сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в лесу. И сказал Господь Исаи: выйди ты, сын твой, шья лесу, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда на дорогу к полю Белильничему. И скажи ему, наблюдай, будь спокоен, не страшись и не унывает, да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря – пойдем на Иудею, возмутим ее, и овладеем ею, поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самарии, и глава Сирии сын Ремалин. если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал, проси себе знамени у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднить? затрудняйте Бога моего. И так сам Господь даст вам знамени, сидев в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь и отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, землята, та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Вот такой контекст. Всю главу читать не будем. Нам важен именно этот контекст. То есть пророчество о рождении от Девы, рождении Мануила, оно вставлено в исторический контекст. То есть это некий знак, как ответ на конкретные исторические события. На Иерусалим, на колено Иудина – на дом Давидов собирается война. Вот, собираются заговорщики, сирийцы вместе с, с самарянами, то есть с израильтянами, некогда отколовшимися, раньше они воевали там во времена царя Винодада, теперь они дружат вот, и решили пойти пограбить Иерусалим. Вот, об этом стало известно иудеям, и они, естественно, испугались, потому что идет два, ну, каждый из них может не очень силен, но в итоге идут два народа и может быть очень неприятно вот, для колена Иудина, для жителей Иерусалима. И вот они боятся, он трепещет, конкретный царь тоже переживает, потому что сознает свою немощь. Вот, и хотя при нем никто сюда не придет, но при следующем царе сюда все-таки придут и ассирийцы в том числе, и в этом мы уже разбирали, когда читали исторические книги. Вот. И вот тогда, когда он, Исаия, говорит своему царю, что ты не бойся, никто не придет. Вот. И говорит, хочешь знамени, любое знамень тебе даст Бог, проси. И Ахаз говорит, да не надо мне знамени никаких, не хочу я утруждать бог вот. И Исаия на это отвечает, что как-то странно, вы утруждаете людей, еще хотите утруждать и Бога моего, то есть вы хотите, чтобы Он сам дал вам знамение. Ну так даст. И вот он дает это знамение, но в контексте некой исторической проблематики. То есть он удостоверяет этим знаменьем, Являет это знамение, что иудейский народ спокойно переживет этот период, и никакие враги в ближайшее время, по крайней мере, на памяти царя Ахаза, никто не придет. Странное знамение, особенно в контексте, скажем, того значения, которое придаем этому знамению мы. Но к этому мы еще вернемся. Вот. Само по себе знамение, то есть он дает некий знак: все дева в очереди приимет и родит сына, нарекут имя ему Иммануил. Ну, если женщина родит сына, ну, и что в этом знаменательного? Это происходит всегда, и везде женщины рождают сына. Но в любом случае знамени состоит в том, что женщина примет и родит. То есть, ну, по крайней мере, до рождения этого ребенка надо, если даже сейчас, сегодня примет женщина, то рождение ребенка только через 9 месяцев. Никак рождение ребенка через 9 месяцев не может быть знаком, ответом на сегодняшние события, которые вот назревают не сегодня, а завтра поход вооруженных войск опять-таки, рождение от женщины – это рядовое событие. Но если даже где-то кто-то, какой-то ребенок родился от какой-то женщины, это никак не знамени. Вот, смотрите, так, может, когда-нибудь наступит такое страшное эпоха в истории человечества, когда рождение ребенка будет таким событием, которое будут снимать на телевизор. Настолько редким оно будет, вполне возможно. Но тогда-то все-таки дети рождались регулярно, и сыновья в том числе. Это не может быть знаком, это обыденная вещь. Это то, что происходит каждый день. Молодая женщина рождает или не молодая рождает. Ну, в Израиле рождали молодые женщины. Вот, начиная, там, может, с 14, 15, 16 лет могли рожать женщины, ребенка. И что же в этом знаменателе? Ведь это знамение, причем знамение, которое дает сам Бог, это знамение непререкаемое, знамение особенное, знамение, которое ну, вот должно означать что-то ну, что замечательное, потому что этого не было, а нам пытаются сказать, что ну, это обычное дело, Молодая женщина родила ребенка. Нет, что-то тут другое. Опять-таки, посмотрим даже в родословии Иисуса Христа. И в целом, вот как раньше в родословии книги Бытия, везде говорится о том, что там Авраам родил Исаак. Вот, то есть, женщина играет роль только земли плодоносной, в которую вергается семь. А вообще-то истоком этой жизни является мужчина. А здесь говорится, что э -э, дева в очереве приимет и родит. Дева родит? Ну, женщина родит? Нет, мужчина всегда же называется мужчина. Иногда наряду с мужчиной, с отцом ребенка называется э -э, мать ребенка, когда это значимо. Для нас вообще всегда говорятся там э -э, такой-то сын такого-то. Это общее древнее правило. Да и у нас, собственно говоря, скажем, на Руси отчество и означает вот нашего отца. То есть вот все мы э, такие-то, сыны такого-то. Есть народы, где не так это делается, но, в общем-то, традиция наша восходит к древней и э, библейской, по крайней мере, соответствует. То есть тогда нам должны сказать, что отец, это гораздо более знаменательно. Вот может отец какой-то особенный, вот у такого-то отца, там бездетного или там э, вообще какого-нибудь очень богатого, или народ очень бедного, или еще каким-то образом отмеченного какой-то печатью, необычностью. Вот у него родится сын, вот когда у него родится сын, тогда вы поймете, что я был прав. Но про мужчину ничего не говорится. Говорится о том, что девушка в примет. То есть, если это молодая женщина, вообще ничего особенно молодая женщина должна рожать. Ну, пусть это сейчас для нас какое-то исключение из правил, для той эпохи это нормально. Молодая женщина рожает ребенка. Вот и все, что, собственно говоря, особенно удивительно, а какого ребенка? Да все, каждый день происходит в том же Иерусалиме, каждый день рождается ребенок. Что особенно в этом знаменательно это обычные дети обычных женщин. Но опять-таки, посмотрите, как здесь говорится, что она примет и родит. Примет и родит. То есть не сказано, что, что примет. Что примет она. Не сказано, примет семя. Или скажем, что вот от такого-то мужчины. Она примет нечто или некого и родит. То есть мы встречались с этим с подобным утверждением. Мы встречались в самом начале книги бытия семя жены сотрет главу змеи. Но ну, там по-другому немножко звучало. У нас он вражду положу между семенем и я и семенем твоим. Он будет жалить ее в пету, она будет сокрушать его главу. Вот, то есть там есть понятие о семени жены, мы говорили про это, чего быть не может. То есть вот это пророчество, оно э, направляет нас к тому древнейшему свидетельству о том, что э, семя жены какое-то сокрушит главу змея, и это семя жены, оно м, откроет врата рая. И нас возвращает к этому, вот наступит момент, когда дева примет, то есть никакого мужчины здесь не будет, и она родит сын. Тогда это знамение. Причем не просто знамение, что вот, по сути дела, жена, то есть женщина, дева, она родит не просто вне брака, это побиение камнями, она родит без мужа, поэтому она дева если она, назовите ее молодой женщиной. Но суть знамени в том, что это такая молодая женщина, которая родит без мужа, стала бы дева. Вопрос не в том, что как вы переведете слово, стоящее в еврейском тексте, на греческий «так» или «эдак», как молодая женщина или как девственница, дева. Не в этом суть а в том, что нам выставляется в знамение то, что родит молодая женщина без мужчины. А раз она родит без мужчины, стала быть она дева. И вот этот момент важен, что на самом деле нам выставляется знамение, что женщина родит сама по себе. Она примет нечто и родит сына. И это будет знаком, особым знаком того, что происходит чудо. Ну а какой, ну ладно, хорошо, мы приняли, мы, мы живем в христианскую эпоху, нам проще. Мы знаем, что такое событие свершилось, мы знаем такую деву, мы знаем э, такого сына, э, которого она родит. Нам проще это принять. Но при чем здесь событие, которое произойдет в свете Рождества Христова, и те исторические проблемы, которые решает, или о которых боится царь Ахаз. Вот. На самом деле мы видим, что, а кому дается это пророчество? Дважды в начале текста говорится о том, что это дом Давидов. Вот. Не просто колено Иудина, хотя вообще-то, конечно, речь идет о колене Иудина, но подчеркивается дом Давидов. Не бойся, дом Давидов, не бойся, ты царь, не бойся, потому что ты принадлежишь дому, у которого большое будущее. Не бойтесь ваших врагов, потому что в вашем доме, в вашем роду должен родиться Спаситель. В вашем роду будет та женщина, та дева, тот священный богоизбранный сосуд – в котором будет спрятано Божество. Через ваш дом родится Спаситель мира, через ваш дом родится Мессия. Чего же вы боитесь? Предназначено в вашем роду быть Спасителю мира, с вашим домом ничего не произойдет. Он переживет всех и вся. Он выживет в любой беде, в любой войне, в любой катастрофе, потому что в вашем дому суждено родиться той, точнее тому, кто станет сыном Девы. Какие бы беды ни пришли, они придут дальше. Если читать по главе, мы видим, что «но», скажем в 17 стихе, «но наведет Господь на тебя», и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени от падения Ефрем. То есть будет у тебя беда, этой беды не бойся. Но беды у тебя будут, но какие бы беды ни были, ты все равно все преодолеешь, потому что именно в твоем дому суждено родиться Спаситель Миру. Что ж ты так переживаешь? -то? Если Бог заповедал, Бог обещал, Бог предначертал, что в дому Давидове родится Спаситель мира, в дому Давидове родится та, которую суждено, будет та, которая суждено родить Спасителя мира, что ж ты боишься, что с вами будто что-то может произойти. Вот это вот свидетельство, оно очень важное. То есть он как бы напомина напоминает Ахазу о том, что народ-то ведь и избран ради того, чтобы там родился Спаситель мира. Ничего с народом не произойдет. Сколько бы ни наказывались грешники, народ переживет все как народ, как целостность, потому что ради он и избран ради рождения Эммануила. Какого Эммануила? Мы же знаем, что Спаситель мира наречен Иисусом, и это имя дано ему по откровению ангела, и не сами они выдумали это имя. Вот. А почему Эммануил? Почему здесь не сказано Иисус? Почему Эммануил? А Эммануил очень важно. Вот в некоторых сандальных переводах стоит толкование в славянском, особенно прямо в тексте, в строке, в церков... в синодальном просто сноска, то, что называется перевод этого имени «С нами Бог». То есть Эммануил переводится с еврейского как «С нами Бог». Вот, собственно, известное достаточно выражение во всех смыслах, о чем идет речь. То есть нам не называют Имени этого рожденного сына. Его имя будет Иисус. Нам говорят о том, что тот, кто родится от этой девы, он про него будет сказано с нами Бог. То есть указывается на особый характер этого знамени оказывается тогда, когда вы увидите, что Дева в чреве приняла, когда вы увидите, что кто-то рождается без мужа, без действия мужчины, то знайте, что тот, кто родился, это Бог, потому что его имя обозначает его внутреннее состояние, его особый характер в спасении человечества. Важно не как его назовут личным человеческим именем, а важно то, что это имя раскрывает само суть произошедшего события. Если вы увидите рожденного без мужчины ребенка, значит, к вам пришел Бог. Значит, тот день свершается, значит, это один из элементов того дня спасения человечества, а это значит, что вот рожденный этот ребенок не просто человеческий детеныш, а это Бог, с нами Бог. То есть, когда мы говорим, ну, скажем, на Великом Повечере или того же Исаию, будем читать еще, там встречается это выражение «с нами Бог», вот. ну, так как мы вот привыкли воспринимать с нами Бог, то есть мы предполагаем, что то дело, которое мы начинаем, оно э, получает поддержку божественной силы, это нас вдохновляет, это нам нравится, мы как вот ну, своего рода крестоносцы, вот идем э, на какое-то дело, уверенные, что Бог идет с нами. Но изначальный контекст этого имени и этого выражения ⁇ С нами Бог ⁇ означал совсем другое. Это значит, что действительно среди нас живет Бог. Не сила его, а он сам живет среди нас в теле человеческом. Об этом не только понятно, что говорит событие Рождества, но и в сущности. Об этом говорит и завещание христа я с вами до скончания века вот и э, притча о страшном суде то что вы сделали одному из меньших сих вы сделали мне то есть по сути дела христианство открывает нам э, удивительную вещь что бог присутствует с нами не только как сила не только как мощь для того чтобы сокрушить наших врагов он присутствует с нами как человек. В человеке, которого Он посылает к нам. В человеке, которому нужна помощь. В человеке, которому нуждается в нашей поддержке, живет Бог.